Каково это – получать паспорт из рук Владимира Путина? И что хотели спросить у президента во время прямой линии? Об этом шел разговор на встрече министра образования Чувашии с представителями молодежи республики. Паспорта получают к 14 годам. Вы уже к 14 годам многого сумели добиться, многое сумели сделать. Девушка в кадетской форме – это наша Софья Морозова. Она оказалась в числе 10 ребят, паспорт которым вручил Владимир Путин. Очень сильно волновалась, но все прошло хорошо. Ребята разные абсолютно, но все дети хорошие ребята. Мы со всеми познакомились, подружились. Софья заслужила право получить паспорт в Кремле, став победителем конкурса Всероссийского движения школьников «Мы – граждане России». Мы тоже здесь, значит, в республике нашей активно культивируем и пытаемся, значит, сделать так, чтобы все больше и больше, большинство наших детей включались в эту работу, так как вот именно участие в движении школьников дает большую возможность в самореализации. Катерина тоже недавно впервые увидела президента страны. Ее, как одну из победительниц Олимпиады национальной технической инициативы, пригласили на прямую линию с Владимиром Путиным. Очередь до нее не дошла, но если бы представилась возможность, спросила бы про профориентацию для старшеклассников. Многие ребята моего возраста, они не знают, куда пойти там. И я бы хотела предложить, ну, чтобы у нас вернули практику. Мне рассказывали родители о том, что раньше проходили все практику. Они могли поучаствовать как медсестры или рабочие на разных предприятиях, и это помогло бы выбрать профессию. Министр образования республики пожелал девушкам успехов и поздравил с Днем молодежи. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.